Гаджи, ну, вышел на замену, и так получилось, что стал героем матча, забил гол. Какие эмоции, какие впечатления от игры? Конечно, положительные эмоции. Выходил, чтобы помочь команде. Хотелось очень забить гол. Прессинговал. Тренер дал задачу прессинговать, я это сделал, и получилось так, что забил. Скажи, пожалуйста, вот насколько ты верил после того, как соперник сравнял счет, время уже вышло, насколько ты верил, что можно все-таки вроде победу в этом матче? После того, как они забили гол, у меня появилось еще больше желания забить, и, мне кажется, у всей команды. И мы пошли забивать еще один и заработали пенальти. Скажи, пожалуйста, был ли этот матч для тебя немного принципиальным с учетом того, что ты воспитанник дагестанского футбола? Да, конечно. Махачкала – это мой дом. Новая команда. Я там еще не был, но знаю эту команду очень хорошо.